Нападение Израиля на Иран не следует преувеличивать или преуменьшать. Об этом заявил аятолла Али Хаменеи на встрече в Тегеране с семьями погибших при исполнении солдат и полицейских. В результате израильской атаки повреждены объекты на секретной военной базе. Эксперты связывали ее с ядерной программой, а также на другой базе, связанной с программой создания баллистических ракет, свидетельствуют проанализированные информагентствами спутниковые снимки. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن این رو ما باید به اینها بفهمونیم. Премьер-министр Израиля заявил, в свою очередь, что удары нанесли серьезный ущерб Ирану, и заградительный огонь, цитата, достиг всех своих целей. Израильский удар последовал после шквала баллистических ракет, которые Исламская Республика выпустила по еврейскому государству ранее в октябре.